Шестая глава книги пророка Захарии. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные. В третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные». Иначе в речь я сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И отвечал ангел и сказал мне, «Это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони там выходят к стране северной, и белые кони идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю». И он сказал, «Идите, пройдите землю». И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, «Смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». И было слово Господне ко мне, «Возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого. И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, мой муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и воздаст и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. А венцы те будут Хелему и Товии, и Едаю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем». И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться голоса Господа Бога вашего.